Вы сказали о преодолении желаний. Когда мы одалживаем келим у египтян, и цель — использовать их ради отдачи. Что происходит, когда мы слабы, и мы не можем использовать эти келим, и попадаем в ловушку египтян? Значит, если ты не упадешь, как же ты возьмешь эти келим? Ты должен быть египтянином, еще больше, чем египтянином, для того, чтобы схватить эти келим в их авиюте, насколько они жестокие, эти келим, плохие, большие. Ты должен взаимовключиться с эгоизмом египтян еще больше, чем египтяне даже. Иудеи в Египте больше преуспевают, чем египтяне во всех этих египетских делах. И злое начало их становится все больше и больше. А потом они выходят, хотят подняться над использованием ради получения, и поэтому у них нет выбора. Они как будто выходят из Египта, поднимаются над ради получения в использовании этих желаний и переходят, проходят разные изменения, чтобы получить высшую силу, свет, возвращающий к источнику, и приходят к радиоотдаче.